Компания «Таджиро» производит профессиональные кухонные ножи с 1953 года. Ножи «Таджиро» – это высочайшее качество и долговечность материалов. Все модели марки «Таджиро» сочетают в себе гибкость мягких сталей и остроту твердых. Старинные японские технологии изготовления дамасской стали позволяют сохранять остроту режущей кромки рекордно длительное время. Рукояти ножей исполняются в двух вариантах. Металлические являются продолжением лезвия и исключают возможность его отделения. Поверхность такой рукояти имеет противоскользящее и антибактериальное покрытие. При изготовлении ножей с деревянной рукояти применяются новейшие разработки японских ученых. Сначала дерево проходит специальную термообработку, а потом под сильным давлением пропитывается особым составом. Ножи с такой рукоятью имеют пометку «ЭКО» и отвечают всем нормам санитарной безопасности. В «Таджиро» научились сочетать эстетику дерева с надежностью металла. Но какую бы модель линейки «Таджиро» вы не предпочли, ее лезвие будет оставаться острым даже спустя многие десятки лет. Именно поэтому ведущие повара мира отдают предпочтение японским ножам «Таджиро».